Всем доброго дня! Когда-нибудь все ломается. Вот и эта газонокосилка Bosch Rotec 32 приказала долго жить. Проведу реанимацию. Открутив два шурупа, снял крышку, отключаю провода и снимаю защитный кожух двигателя. Надо открутить еще два шурупа крепления двигателя, шляпки шурупов под звездочку. Далее надо, вращая двигатель по часовой стрелке, извлечь его из направляющих пазов. Так я и думал. Пластиковая звездочка двигателя полностью стесалась. И из-за этого нож косилки потерял потенцию. Да еще напрочь развалился натяжной механизм ремня. Решение крайне простое. Ремонт звездочки двигателя и замена ремня. Подшипники движка вроде бы хорошие. Звоню на Авито, отдаю движок спецам и уже через день получаю все взад в исправнейшем состоянии. Вместо пластиковой детали, которой полностью стерлась, смонтирована металлическая звездочка. И также я получил ремень, который позволяет работу косилки без натяжителя. Вот это здорово! Снимаю старый ремень, используя технологическую выточку на шкиве. И также одеваю новый ремень. Одеваю ремень на новую звездочку двигателя и, поворачивая движок против часовой стрелки, устанавливаю его на рабочее место. А дальше все в обратном порядке. Крепление двигателя, провода в контакты и защитный кожух на место. А теперь небольшая предварительная проверка. Крышку устанавливаю на место и все готово. После визуальной проверки абсолютно понятно и вам, и мне, что газонокосилка отремонтирована на 100%. Всем удачи в ремонтах. С вас, разумеется, лайки и пока.